что они подойдут ближе. Китайтесь на Гренада, командует Генри. Тем двоим Пита не достать. Он смотрит на Пита, бледного, но не струсившего. Глаза сияют, ноги нетерпеливо приплясывают, готовые сорваться с места. Пит, скажешь матери, где мы? Пусть пришлет седоков. И не забудь имя этого мудака. Обвинительным жестом окружного прокурора он указывает на Гренада, взгляд которого снова становится нерешительным. Нет, не только. Испуганным. Ну же, свое, подначивает Вик. Нужно отдать ему должное. Всегда выберет лучший эпитет. Я тебе еще раз нос подправлю. Только последний трус бросит свою команду из-за свернутого шнага. Гренада больше не отвечает. Наверное, не знает, кому отвечать. И тут случается очередное чудо. Дункан, второй парень, в черной куртке, начинает неловко переминаться с ноги на ногу. Щеки его медленно заливает краска. Он нервно облизывает губы и неуверенно смотрит на Ричи. Только Амбал готов ринуться в бой, и Генри почти надеется, что они в самом деле сцепятся. Генри, Джонс и Пит так просто не сдадутся. Покажут им, если дойдет до драки, честь, покажут. Потому что плач, этот ужасный невыносимый плач, ударяет в голову. «Эй, Рич, может, стоит?» – начинает Дункан. «Убить их!» – рычит Амбал. «Прикончить мудаков, и вся недолга!» И делает шаг вперед. На какое-то мгновение все висит на волоске. Генри понимает, что если этот чучело сделает еще один шаг, он потеряет контроль над Ричи Гренадой. И то...